За каждый конфликт, провокацию, грубое слово в адрес друг друга, восьмающий юрист приседает по 50 раз. Тик-тик-тик-рик-рик-тик-тик-рик. Можете сказать, что происходит? Зачем эти все штуки? Куда делась Лия? Почему нельзя сказать? Вот это главная черта семейная. Быть внимательным друг к другу. И со стороны нас, и со стороны ее. Просто скажи, куда ты идешь? Ну, мне кажется, вот она не сказала, потому что боялась, что мы ее не отпустим. Я бы ее не отпустила. Я тут. Где была? Тихо-тихо-тихо, не нападай. Куда вы их положили? Кого их? Вы их спрятали. Кого их спрятали? Ты что, мою постель-то трогаешь? Какой? Из комнаты вышли все, знаю все про вас. Иди отсюда. Ты что творишь? Иди отсюда! Вы ее поймайте! Не подходи ко мне. Иди сюда, иди сюда. Я не знаю, а про что она говорит? Я сам не понимаю. Еще она больше. Говорит, что она минуту назад вышла и сейчас вернулась. Так ее не было везде. А она считает, что у нее не было минуты. Минуту. Она говорит, у меня не было минуты. Она говорит, что мы что-то взяли. Чё мы взяли? Куда мы взяли? Я знаю!